Это главная дорога на НТВ. Я Андрей Федорцов. А я Денис Ющенков. Здравствуйте. Смотрите в программе. Погибли на границе. Он протаранил бочину и начал тащить через КПП. Отпустят ли виновника иностранца? 3 года без семьи. Убил человека, получается. Как наказывают женщин-нарушителей? Чем опасны грязные колеса? Черт. Вот есть шашлык-машлык. Покажет актер Сергей Астахов. Грязные следы. Здравствуйте, меня зовут Сергей Астахов. Сергей Астахов, актер театра и кино. Где наши деньги? Скажи! Пидор, какие деньги? За рулем 15 лет. Любит большие автомобили. Любишь свежий воздух? Люби сушить колеса. Как безопасно вернуться на асфальт после поездки на природу? Этому меня научит инструктор контр аварийной подготовки Александр Грачев. Привет, Саш. Доброе утро, Сергей. О ловушках, которые ждут на бездорожье, знают все автомобилисты. Но не так опасно застрять в грязи, как поскользнуться на, казалось бы, сухом асфальте. Ну, если честно, то я не очень люблю месить грязь. Застрянешь, потом трактор вызывай, ну и так далее. Ну, шашлык ты любишь? Ну, то шашлык не любит, конечно, люблю. Ну, вот все есть. Мангал, шампуры, дрова. Хвороста только нет. Хвороста нет. Ну, что же, лес рядом, могу съездить. Через грязь? Через грязь. Ну, что ж, тогда за руль. По грязи, как по льду. Осторожно, попутка. Да ладно, проскочу. Оторвемся. Куда? Черт. Вот есть шашлык-машлык. Ну, если честно, вообще не ожидал, что окажусь на встречке. Ну, это хорошо, что здесь, а не на реальной трассе. Это точно. Ну, а почему? Разберемся. Ты совершил ошибку, когда выскакивал на асфальт. Зачем так спешил? Хотел проскочить перед машиной. Потому что когда выезжаешь на асфальт, если поток плотный, то никто ж не пропустит. Поспешил. А колеса-то скользкие. Грязь налипла на покрышку и забила протектор. Между колесами и асфальтом тонкий, но очень скользкий слой. О, в результате машина себя вела так, как это мыло. Да, только грязная. Да, вот именно. Так что выезжать на асфальт нужно, пропустив попутку. Ну, а входить в поворот на минимальной скорости. Даже после поворота не стоит спешить. Скользкие колеса на прямом участке могут спровоцировать скольжение. После выезда на асфальт первые 100-200 метров не торопитесь разгоняться. Подождите, пока сотрется скользкий слой грязи. Как только сцепление покрышек с дорогой восстановилось, прибавьте скорость. Грязь вылетит из протектора. И нажмите несколько раз на тормоз, чтобы просушить колодки. Ну, в общем, я понял. Сначала нужно было, вытереть немного колеса об асфальт потихонечку, а потом разгоняться. Точно. Чистота – залог здоровья. Так, значит, в поворот вхожу медленно, первые метры не газую. Понял. Саша, давай, занимайся шашлыком, а я еще раз прокачусь. Хорошо? Отлично, не поскользнись в повороте. Стараюсь. Не спеши, не спеши. Ну, поворот вписался. А теперь приезжай к тормозу. Сушим диски и колодки. Молодец. Ну что, я вроде справился. Да, фуару списался. И на встречку не вылетел. Не спешите, пока колеса скользкие. Смотрите главную дорогу на НТВ. А мы Андрей Федорцов. И Денис Ющенков, прощаемся с вами ровно на неделю. Не заправляйтесь на авось. Бензин бензину рознь.
попробовать. А памперсы есть? Есть. Хорошо.